Всех с праздником, светлой Пасхи. А я вытащила яйца, которые вчера были оставлены в краске. Посмотрите, какие они красивые стали. Правда, пятнышек мало видно. Вот это вчерашние, они посветлее. А вот эти я сварила сегодня несколько штук. Положила в холодную воду, в холодную краску, которая осталась. И посмотрите, какие они волшебные. Такие красивые. Вселенная целая. Мы с сестрой приехали проведать и поздравить с праздником маминых друзей, с которыми она общалась. Я спросила разрешения снять их дом и двор ее. Посмотрите, какой порядочек у них в огороде, во дворе. Зеленая травка, а в огороде ни одной травинки. Ревень. А здесь, смотрите, сегодня мороз был 3 градуса. Вода замерзла. Вот так вот. Пенсионеры в возрасте за 80. Вот так огород содержит в деревне. Посмотрите, какая чистота, красота. О, ни одной травинки. Акация расцвела, жимолость, жимолость, акация. Вот домик деревенский. Это мы приехали к маминой подруге, которыми она всегда общалась. И мы к ним приезжаем. И они к нам приходят. Цветочки. А вот мороз побил сегодня. Тюльпанчики, смотрите, лежит. Бедолашка. 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 И пионы тоже торчали, тетя Маша говорит. А сейчас вон наклонились. Вот тюльпанчики. Мак многолетний. По всем правилам деревенской избы рассада. Герань на окошке. Красная цветет. А вот ретро-игрушки. Вспомните молодость, детство. У кого такие были? Может быть, кто-то увидит знакомую куклу или игрушку. Лисичка вот какая рыженькая. А вот медведь старинный. А вот это что за цветочек? Как называется? Я знаю примерно такого вида глоксинию. Это она или нет? Это герань. Деревенские тюльпаны. Это мак многолетний. А вот это что за цветочки? Скажите, пожалуйста. Посмотрите, они, наверное, торчали. А сегодня нарциссу, что ли? А сегодня мороз? Да нет, они, наверное, так растут всегда. Нарциссы, наверное. Пионы. Это что за
Уточки красавицы. Это домашние или дикие какие-то? Похоже на домашние, наверное. Пришли купаться. Темно. Такой полноводный пруд. Вон там что-то сгребали. Чистили. Вот эти деревья всегда были сухие. И вот здесь мы еще ходили. Вот в этом месте мы ходили. Вообще высыхает почти полностью пруд. Фадеевский пруд. В детстве здесь мой муж рыбачил. По этой дороге шли мы в баню и направо. А здесь что творится? Вот. Вода перетекает. Валежник такой. Насыпали здесь вот глины. А там котик ходит. Он. Что он там делает-то? Ходили, вернее, съездили по гостям, проехались к маминым друзьям, подружкам, к тетушке мужниной съездили. Теперь приехали, вот снимаю вам мамин сад. Мама, к сожалению, уже нет, но вот все осталось. Виноград, вон как он будет цвести здесь. Флоксы. Собачка на посту гавкает, как всегда. Это черемша. Красная смородина. Абрикос. Вы посмотрите, как объели его мыши. Ой-ой-ой. Все это под снегом же было. Но он, бедолажка, зеленеет все равно. А, это вон тот росток зеленеет. А вот это наша груша, мы ее привезли. Она вот такая большая стала уже второй год. Она цветет. А это слива вкусная. Или тарнослив, не знаю. Мелковатый, но вкусный. Еще красная смородина. Вон улики мамины. Остаточки стоят. Это слива
крыжовник вырезали много-много. Яблонька молодая. И опять слива. Крыжовник мы тоже привозили. Тоже много его вырезали сильно. А вот экологически чистый одуванчик. Земляничку надо будет откопать себе, навести. Пенечки. Сестра перевозит пономаревку тоже. Для декорации. Вишня расцвела. На такой прекрасной ноте с вами прощаюсь. Всего самого доброго, крепкого здоровья. До скорой встречи!